Вообще-то у меня есть мечта стать чемпионом мира, чемпионом Олимпиады. Квартирой пока не пахло? Квартиру по документу, если, то Кункабаев. Когда объявили решение, мне показалось, что у тебя такая ироническая была улыбка. Он так постоянно вот так сидел. Помнишь момент, когда тебе удалось его побить первый раз? Нет, я такого не помню, потому что я думаю, что надо было давно совмещать профессионал с любителем. А как он меняется вот за эти 7 поединков с 15-го, получается, по 21-й год? 6 лет прошло. Он вообще-то попросил никому об этом не говорить. Дружбу именно, мосты навести сложнее, потому что только что вы друг друга месили. Есть такое. Надо сравнять счет, да? Да, сравнять счет. Ты знаешь, как это сделать? Больше 15-20 миллионов евро. Марин. Немного не туда тратятся деньги. Да, в хорошей жизни бог с ней пошли. Ну почему ты вот такой человек? Тогда я беспредельщик. Нет градаров. Это ведет страну к краху. Я слово даю мне сейчас. Машите спорт стру. Большая удача на канале Sports.ru. Сегодня в гостях Камшыбек Кункабаев, человек, который будет представлять Казахстан совсем скоро на Олимпийских играх в Токио, будет бороться за золотую медаль, но при этом уже начал профессиональную карьеру в боксе. Разделил эту беседу на две части. Сначала о любителях, потом о профессионалах, хотя эти два слова мне не очень нравятся и не очень, как мне кажется, подходят к распределению данных видов спорта, разных, как мы выяснили, с Камшыбеком. Итак, сегодня о соперничестве с Бахадиром Джалоловым, как сложились те самые 4-3 и что делать, чтобы выиграть золото в столице Японии на Олимпийских играх. Немножко про то, что удалось заработать за время любительской карьеры и о семье, о фамилии, ну и еще о некоторых интересных других важных вещах. А вторую часть отложим на несколько дней на попозже. Подпишитесь на канал Sports.ru, не забывайте лайки и комментарии, с вас, с меня побольше контента, и поехали. Камшыбек, привет, спасибо большое за то, что согласился на интервью, очень приятно с тобой познакомиться и видеть тебя в эфире. Первый вопрос достаточно простой. Я правильно понимаю, Камшыбек, что олимпийский турнир для тебя станет последним на любительском уровне, и после этого ты точно сосредоточишься на профессиональной карьере? Я до этого говорил в интервью. Вообще-то у меня есть мечта стать первым супертяжеловесом, как бы сделать историю, стать чемпионом мира, чемпионом Олимпиады, потому что Мухтархан Дильдабеков и я становились серебряными призерами. Поэтому я думаю, я помогу команде выступить на чемпионате мира в этом году. Но это еще не конкретное. Все будет известно только после Олимпиады. Но в любом случае, с января 22 года ты профессионал и все, да? Да, Бирса. Поэтому я хотел бы разделить нашу беседу на две части. Первой поговорить о твоей любительской карьере, о том, что тебя ждет в Токио. А во второй части уже поговорить о профессиональной карьере, о том, как ты смотришь и видишь казахстанский профессиональный бокс. Во-первых, я видел два написания фамилии твоей. Через О и через У. Кункабаев или Кункабаев? Как все-таки правильно? По документу, если, то Кункабаев. Если на казахском, тогда Кункабаев, казахские буквы. Ну, расскажи, как переводится, что значит. Мой прадедушка сидел так у нас из Казахи, он так постоянно вот так сидел, поэтому его называли Кункабаев. Ну, в казаху такое слово есть, Кунка его трат. Типа вот так сидишь. Прямо или что? Да, прямо, вот так, как бы, гордо так бы. Грудь колесом по-русски. Да. По-моему, в Гамбурге и вообще, наверное, не один раз, когда ты слышал, что тебя представляли Кункабаевым. Да, есть такой. Чемпион мира среди военнослужащих, боксер, представляющий Казахстан, Камшыбек Кункабаев. Расскажи про самый интересный, забавный, может быть, случай, когда вот именно к тебе обращались таким образом, или ты слышал, что тебя так представляют. Не помню таких моментов, но это как бы я привык с детства, потому что там то Кункабаев, то Кункабаев, то Кылышбек, то Камшыбек там. По-разному там, у меня даже грамоты есть много, по-разному там написали, поэтому привычно как будто для меня. Но у тебя никогда не спрашивали, не сын ли ты, не внук ли ты Серика? Спрашивали, да. Не племянник там, не родственник там Кункабаева, Серика. А тебя никогда не задевало, что вроде ты на большом турнире, в финал, ты выходишь на важный бой, а тебя объявляют под чужой фамилией? Не обижает? Нет, вообще не обижает. По-моему, они это не специально. Ну, точно не специально. Поэтому я этот внимание не беру особо. Ну и фамилия подходящая тоже такая, хорошая, да?
Действительно, уже в этом месяце начинаются Олимпийские игры, за которыми, конечно, будем пристально следить. Желаем нашим спортсменам максимального результата, как можно больше медалей, наилучшего, наивысшего достоинства. Но завершающийся чемпионат Европы не ускользнет от нашего внимания. Самые главные матчи, четвертьфинальная стадия, полуфиналы. Сегодня, на мой взгляд, важнейший матч чемпионата Европы и предварительный финал. Бельгия и Италия играют. На мой взгляд, победитель именно этой пары должен забрать и чемпионат Европы. Хотя, учитывая то, насколько неточными были мои прогнозы в предыдущие дни, наверное, так категорично заявлять об этом не стоит. В любом случае, матч вызывает живой большой интерес, и подогреть его еще можно при помощи компании, которая является партнером канала Sports.ru. Самый надежный букмекер компании 1xBet запустила акцию, которая называется 1x Евро, и предлагает вам поучаствовать в розыгрыше очень ценных призов. Все подробности, как всегда, вас ждут по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Я же хочу вам напомнить еще раз об одном важном нюансе, предложенном компанией 1xBet. При регистрации и первом пополнении вы имеете возможность получить супербонус 200% и до 260 тысяч тенге. Все, что вам для этого нужно, это промокод от канала Sports.ru TRU1. Еще один раз напоминаю. Все подробности вас ждут по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео, либо на сайте компании 1xBet. Вот смотри, в 2017 году после финала чемпионата мира тебе подарили, я насколько знаю, сертификат на автомобиль. Да. Какая машина-то была? Я не нашел информацию. Hyundai Accent. Долго на ней ездил? Недолго. Я там буквально не помещаю, там маленькая, поэтому я ему продал и купил 50-ку. Нормальная машина для супер. Да, по крайней мере, не акцент, но там более 50-ки, там более-менее помещаюсь, там сверху доплатил и купил 50-ки Camry. А сейчас на чем? Сейчас на 200-м. Расскажи еще, какие подарки вообще ты получал за медали в своей карьере? Что еще было, кроме того сертификата? Сертификат после чемпионата мира в Екатеринбурге. В 2019 году дали 2 миллиона тенге на Ким. Так, в 2017 я машину получил, тачку. И в этом году мы на чемпионат Азии, там нам АИБА дал 5000 долларов плюс... Ну, это призовые. Ну, на призовые. Еще наш президент Федерации бокса Кенес Ракшев. Еще дополнительные бонусы дали, как вы видите на моей странице, еще по 5000. Ну, там сколько получал, АИБА давал, столько же давал. Плюс еще там айфоны, айпады. Хорошая поддержка со стороны нашего президента Федерации. Мы очень благодарны. Квартирой пока не пахло? А, квартиру дали президент Кызылординской области Федерации. Он сам лично дал. После 19-го, после мира. Он вообще-то попросил никому об этом не говорить. Но только что об этом узнали все, да? Мы зато не будем говорить, сколько там квадратных метров, комнат и так далее. Ты живешь в ней, да? Нет, я сейчас в Алмате, потому что я совмещал с любителем, с профием. Тут тренер у нас был в Алмате, я вынужден был тренироваться постоянно, быть в Алмате, поэтому сейчас в Алмате. Ну, а какая судьба там, родня, или ты за счет этой квартиры как-то зарабатываешь? Нет, купил частный дом, я младший в семье, поэтому родители со мной вместе, семья рядом. Расскажи, пожалуйста, о своей семье, когда женился, про детишек. Ну, в 2013 году, как только исполнилось 22 года, я женился. Сейчас у меня, слава богу, трое детей. Три мальчика. Последний родился у меня на чемпионате Азии в Дубае. В мае? Да, вот чемпионат Азии. В общем, все хорошо у тебя, да? Никакие, не, да, ты, все отлично, слава богу. Ты для казахстанских невест, к сожалению, не жених. Да. Давай определим один твой личный и очень короткий рейтинг. Ну, знаешь, как бывает у бойцов, у спортсменов, на протяжении их карьеры формируется такой пул главных соперников. Ну, как Бахадир, такие вот, с которыми постоянное соперничество происходит. Вот я тебя попрошу назвать три имени, которые тебя в качестве соперников на том или ином уровне на протяжении всей твоей карьеры сопровождают. А которые я постоянно встречаюсь, да? Постоянно встречаешься, которых считаешь принципиальными соперниками. Может быть, был один бой, но он настолько запал для тебя в душу и в сердце, что ты все время об этом помнишь и думаешь. Самое важное – это, по-любому, финалы, которые я боксировал. В 17-м я с Магомедом Расулмеджидовым, Бахадур Джалолов, который я постоянно дерюсь, и Кубинс, Вассан Арланси, там в финале я в Китае проиграл ему, крепкий. Ларгует фамилия его, имя я точно не помню. Он тоже, я бы хотел с ним снова встретиться, по идее. Но сейчас лицензию взял другой молодой кубинец, он тоже неплохой.
мы спарринг проводили на Ибе. Но я бы хотел снова встретиться с этим большим там кубинцем. Скажи, а ты никогда не воспринимал Ивана Дычко как своего принципиального соперника? Ну, он так и был, он принципиальный соперник, потому что мы бы с ним вообще не боксировали на официальных соревнованиях. Был вторым, в основном вторым номером, иногда третьим номером. Ну, Иван Дычко, только аплодисменты его сторону, потому что он все большие турниры всегда привозил медали, показывал результат. Я думаю, все к лучшему даже. Годы, пока я шел вторым номером, я этот типа как реп вовремя, я думаю, что вышел такой, ну, главный старт и на такой уровень. Вы даже не пересекались на чемпионатах Казахстана, ни на каких спартакиадах, нигде не было? Раньше как было? Показываешь на международной арене, там, на Мире, на Азии, на Олимпиаде, ты освобождаешься от этого чемпионата Казахстана, и он не выступает. Поэтому мы, типа, вторые, третьи, остальные дрались между собой, они не участвовали в таких соревнованиях. Но у вас же наверняка все равно был такой момент, когда там на тренировках, спарринги, тренировки. Да, конечно. Но спарринги, значит, я этот недостаточно окреп, что ли? Нет, тут понятно. Ну, когда тренер говорил: так, ребята, понятно, что вы в официальных соревнованиях не встречаетесь, это просто тренировка, не покалечите друг друга, но давайте полный контакт, сейчас посмотрим как бы полный уровень. Такой же был у вас наверняка такие тренировки? Конечно, это как бы постоянно. Все хотят первого номера там бить, там стать, да, первым. Поэтому все старались там на тренировках. А ты просто помнишь момент, когда тебе удалось его побить первый раз? Нет, я такого не помню, потому что тренировка есть тренировка. Понял. Там к этому так не относишься, не да? Да, к этому я так не отношусь. А вообще можно разделить твою карьеру на два этапа, как бы до 17-го года, когда Иван ушел в профессионалы, и уже после, когда вот ты сосредоточился и стал первым номером в сборной супертяжа? Да. Когда он ушел, у тебя какие эмоции были? Ты потерял соперника сильного или облегчение, что как бы дальше попроще тебе будет добиваться первенства в своей весовой категории в сборной? Ну, честно, такого там не было. Там эмоций, там радости, там. Ой, такого не было. Ну, не радости, ну как-то так. Что-то же ты подумал. Подумал, что надо все, время пришло, мой черед, надо доказывать. Дал шанс, надо им воспользоваться, показать себе. Так, ребята, позволю себе здесь прерваться буквально на 20 секунд. Попросил меня мой друг Илья Ильин рассказать вам о том, что он дал интервью болгарскому журналисту. Хотя там есть некоторые несостыковки со сложностями, так называемыми сложностями перевода. Но я думаю, вам все равно это будет очень интересно. Ссылку располагаю в описании под этим видео. Приятного просмотра. Не забудьте досмотреть, конечно же, этот выпуск. Про Бахадира Джалолова. 7 поединков же было, да, в общей сложности? Да, 7 поединков. Давай их перечислим с 1 по 7. Первая Болгария, 2015 год, мы встретились в финале, я его выиграл ввиду явного преимущества в первом раунде. Нокаут? Да. Второй раз мы в 2016 году, по-моему, в Талдыкоркане, в формате Астана Арланс. ВСБ? Да, 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 тогда я его выиграл по очкам. Потом в 2017 мы на чемпионат Азии в Ташкенте в финале, я ему тогда проиграл. В 17-м на чемпионате мира я его в Гамбурге выиграл в четвертьфинале. В 19-м чемпионата Азии я ему проиграл в Ташкенте. Это 5-й. Чемпионаты мира в Екатеринбурге тоже я ему проиграл. Это 6-й. И 7-й. Сейчас у вас пока получается 7-4-3, да. Ну, понятно, что это заметная тема, когда про тебя говорят. Конечно, в первую очередь вспоминают всегда про соперничество ваше с Джалоловым. В части того, что произошло именно на чемпионате Азии последнем, вот в Дубае, когда объявили решение, мне показалось, что у тебя такая ироническая была улыбка, что что-то чуть-чуть как бы странное такое решение, на твой взгляд. Или мне показалось? Да нет, там... Вообще, я считаю, что это после боя кулаками не машь, что там судей кто-то кого-то там обвиняет, это не по-мужски. Руку подняли, все, что там. Так, значит, со стороны так виднее было. Значит, надо было валить. Да, я подобные твои высказывания видел в других интервью, что ты говоришь о судействе, это не то, разговаривать после драки кулаками не машут, надо в ринге доказывать. Честно, даже не планировал задавать этот вопрос. Но выражение лица, которое я увидел у тебя после объявления решения, вот заставило меня все-таки спросить. Такое выражение лица, как будто, ну, понятно, короче, там, что случилось. По лицу, ну, наверное, все видно. Давай скажем, что это тоже было в ринге, и оставим это там, да? Да. Какой для тебя самый крутой, самый важный для тебя бой с ним? Гамбург? Да, Гамбург. Да, Гамбург. Четвертьфинал.
А как он меняется вот за эти 7 поединков с 15-го, получается, по 21-й год? 6 лет прошло. Вот соперник, один из самых главных в твоей карьере. Исключительно рост профессиональный ты видишь в его исполнении? Или что-то еще? Я думаю, он добавил, когда пошел в Америку, он чуть пораньше начал вот это, идти в Америку, там тренироваться, там другие, там вообще взгляд другой на бокс. Он по массе там набрал физически. И соперники там были очень хорошие, крепкие ребята. Там Ортисом он спарринг проводил. Он по-любому свое дает, опыт дает, уверенность дает. Поэтому он чуть пораньше что-то набрал. Мы чуть опаздываем. По идее, нам, я думаю, что надо было давно совмещать профессионал с любителем в плане опыта. Об этом я позже, конечно, спрошу про совмещение. За рингом вы общаетесь, дружите с ним? Нет, чисто на соревнованиях там. Исключительно поздороваться, да? Да, поздороваться. Ну вот, как я знаю, наш с тобой общий друг Илья Ильин со своими соперниками по мосту очень часто остается друзьями большими. Они общаются, переписываются, там, рассказывают друг другу, гостят друг у друга. В единоборствах, где ты соперничаешь не со штангой, а с этим человеком, труднее, да, дружбу наводить? Конечно, труднее. Но он пригласил меня в Ташкент. Давай, приезжай, брат. Отношения там в ринге, постоянно соперники. Вне ринга нормальные отношения. Там взгляд вообще. Нормальные, да. Но дружбу именно мосты навести сложнее, потому что только что вы друг друга месили. Есть такое. Олимпийский турнир. Вот кроме Джалолова, кого стоит считать таким серьезным соперником? Ну, тоже там несколько имен, пару имен я попрошу тебя назвать. Кому ты присматриваешься, кому особенно готовишься? Я так посмотрел, вот лицензии получили, кроме меня, там, например, 15 человек. Пацаны все неплохие там. Я не хочу кого-то выделять. Ну, серьезно. Соперники все такие сильные. Там все говорят, что Джалол соперники, а так кроме его хватает там. Тем более на Олимпиаде все будет там рвать там до конца. Там есть и американец, который упал в Екатеринбурге от Джалолова. Он тоже хороший, крепкий. Англичан хороший, француз тоже. Австралиец, кубинец молодой, чемпион панамериканских игр. Короче, соперников хватает. Ну, если представить себе финал с твоим участием, там кто лучше всего? Ну, там, если нас разделить с узбеком, по-моему, он выйдет, наверное. Ну, нет, я имею в виду, когда ты себе представляешь, когда ты думаешь об этом, тебе бы хотелось все-таки вот с кем встретиться в главном бою? С узбеком хотел встретиться в финале. Надо сравнять счет, да? Да, сравнять счет. Ты знаешь, как это сделать? Конечно. Ну, отличный ответ. Галымбек Калиевич говорит, что из-за того, что Олимпиаду перенесли на год, из-за пандемии все-таки цикл сбился. И год назад, ну, можно сказать, команда была не то чтобы в лучшей форме, но все-таки была подготовлена оптимально. А сейчас из-за этого коронавируса, из-за пандемии, из-за переноса Олимпиады год прошел, и что-то могло поменяться. У тебя ощущение как? Тебе было бы лучше год назад туда, в Токио, съездить и там все доказать? Или ты сейчас еще прибавил, чем в 20-м? Я думаю, это я добавил. Мне лучше бы сейчас. То ты сейчас сильнее, чем год назад? Да, да, я так считаю. Можно сказать, что на это повлияли 3 боя в профессионалах? Да, 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 могу сказать. Чуть-чуть взял от профи-бокса. Как всегда, друзья, благодарю вас за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Действительно, как и сказал выше, о профессиональной составляющей боксерской карьеры Камшибека Кункабаева поговорили во второй части этого интервью. И предложу я вам это интервью послушать через несколько дней. Там тоже много интересного. Видение Камшибеком профессионального ринга и наших профессиональных бойцов казахстанских, которые уже выступают. Что он думает о Канате Исламе, о Балимханулы, о Геннадии Головкине. О знакомстве рассказал, конечно же, с Геной. Ну и еще одна интересная деталь, тоже могу проанонсировать. Такой казалардинский есть свой майкудук, называется Шанхай. Вот как этот криминальный район повлиял на становление характера Камшибека, тоже это обсудили. Будет интересно. Чтобы не пропустить, подпишитесь на канал Sports.ru. Лайки, комментарии, как всегда, с вас. Ну а я пошел разбираться, чем отличается нынешний Маккаби от прошлогоднего и каковы шансы у алматинского Кайрата добиться успеха в Лиге чемпионов УЕФА уже совсем скоро. Принципиальный матч в Израиле, в Хайфе. Будем ждать с нетерпением. И увидимся, конечно же, очень скоро. Пока. Лучше 15-20 миллионов евро. Марин. Немного не туда тратятся деньги. Да, в хорошей жизни бог не пошли. Ну почему ты вот такой человек? Тогда я беспредельщик. Нет градаров. Ведет страну к краху. Я слово даю мне сейчас. Машритесь в Sports.ru.